Сегодня в меню – кружевные блинчики без дрожжей. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – 2 щепотки. Вода – 50 мл. Яйцо куриное – 2 штуки. Сахар – 2 столовые ложки. Кефир – 2 стакана любой жирности. Мука пшеничная – 6 столовых ложек. Масло растительное – 2 столовые ложки. В румяные и плотные блины можно завернуть начинку. Творог, отварное мясо, яичную массу с зеленым луком и так далее. Если начинка будет не сладкой, то и блины готовьте без сахара и наоборот. Подавайте их теплыми, с пылу с жару. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Вбейте куриные яйца в емкость, влейте кефир любой жирности и всыпьте сахар, соль. Взбейте все венчиком. Всыпьте пшеничную муку и еще раз все взбейте венчиком, стараясь не образовывать в тесте комочки. Влейте растительное масло и оставьте тесто на 15 минут в покое, чтобы активизировалась клейковина. Раскалите сковороду и смажьте маслом. На раскаленную сковороду быстро влейте порцию теста и округлите, создавая блин. При правильных действиях тесто образует легкие отверстия на сковороде пористость. Испеките блин примерно 1 минуту и аккуратно переверните на другую сторону. Испеките такое же количество времени. Таким образом приготовьте и остальные блины из оставшегося теста. Выложите их на тарелку и подайте к столу. Кружевные блинчики любят все без исключения, особенно с горячим чаем по утрам и вечерам. Выпечка получается очень вкусной, румяной и аппетитной. Подавайте ее с джемом, вареньем, сладким сиропом. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!